Амаль па 130 кілаграмаў бульбы на кожнага жыхара Магілёўскай вобласці плануюць накапаць сёлета гаспадаркі рэгіёна, і гэта без уліку ўласных падворкаў. Ураджайнасць бульбы вышэй за леташнюю на 20%, лепшы паказчык у Клішаўскім раёне 380 цэнтнераў з гектара. Як ідзе ўборка бульбы ў Магілёўскім раёне, глядзіце ў наступным матэрыяле. Нет погоды. Если б была погода, было б лучше намного. Вот, всё. А погода нет, и это самое, стоим, и он с тросом ездим целый день. У фирмы Кадина на 2 тыдні пришлось пропынить уборку бульбы. Засталось убрать чверть от того, что было, а синоптики знову передают хутка заморозки. Картофель убирают у нас технику, видите, комбайна, 4 комбайна, 2 немецких, 2 наших, белорусских. Убираем картофель. Тут передают через неделю заморозки, но должны мы за неделю справиться. У Кадина под другий хлеб отвяли 250 гектаров. Плануется накопать 3000 тонн. Господарка сёлета специализуется на 3 гатунках бульбы. Червоную, Радрыгу и Вектор, что наибольш популярна сярод спажыўца, уже убрали, застался брыз. Хотели получить урожай, конечно, больше, но урожайность не такая высокая, как нам бы хотелось, к сожалению. Ну, стабилизационные фонды все будут заполнены в полном объеме. Зараз 5 районов в области полностью скончили уборку бульбы. Хутка подтягнутся и остатние. Андрей Шуляк, Алена Мельшенкова, Виталь Алексеенко. Новинный регион.